Уволенная со своего поста помощник губернатора Вера Оськина останется в краевой власти. Она заняла в парламенте место секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валерия Семенова. Напомню, он покинул его, уйдя в Совет Федерации. Теперь Оськина будет работать в законодательном собрании и войдет, вероятнее всего, в состав двух комитетов по здравоохранению и социальной политике, а также по образованию, культуре и спорту. Депутатский мандат ей передан сразу после увольнения с должности помощника губернатора. Напомню, с 2001 по 2003 год Оськина уже работала в краевом парламенте, а также работала в Государственной Думе Российской Федерации.